Всем привет! На дворе 2 апреля 2020 года, а у нас вот такая вот погода. Южный регион страны, выпал снег. О режиме самоизоляции говорить не буду. Тут не до этого, потому что у нас вот такая беда. Потому что для нас это катастрофа. Вот она, сливка. Слива. Вот смотрите, что происходит. Бутоны вот она набрала. А сейчас я вам покажу, что произошло с абрикосой. Пойдем и посмотрим. Это просто катастрофа какая-то. А для нас это все вероятно, что мы... Вот она, абрикоса. Вот смотрите, что происходит. Все осыпалось. Вероятно, что мы останемся без фруктов. Конечно, не берусь утверждать, но тем не менее. Зима была сухая, снега не было, дождей не было, а тут вот такая вот беда. Это просто кошмар. Вот она, сливка стоит. Ну, как говорится, поживем, увидим. Не хотелось бы, конечно, без фруктов оставаться, но